уважаемые друзья, сегодня мы с вами разберем рывок из ямы с паузами. О том, как правильно установить и подобрать подставку для создания ямы, описано в одном из моих давних роликов. Ссылка на него в правом верхнем углу или в конце видео. Существует три варианта выполнения данного упражнения. Рассмотрим от сложного к простому. Первый вариант включает в себя три паузы при съеме ниже колен и выше колен. Суть всех трех вариантов – это отработка правильных углов в тяге, а также формирование запаса скорости в подрыве после такой тяжелой тяги. При съеме старайтесь не задирать сильно таз и снимать штангу ногами. Во время пауз держите правильное накрытие и не спешите. Лучше подобрать меньший рабочий вес и сделать большую паузу для наработки автоматизма. Новичкам рекомендую использовать веса до 70% от рывка классического, в подходе не более 2 повторений, а паузы до 5 секунд. Надеюсь, данное видео стало полезным для многих зрителей. Всем желаю удачи. Ребята, напоминаю, не забывайте оставлять комментарии, если что-то непонятно. Любой ваш вопрос может стать темой для нового видео. Всем удачи!